Как устроен нижегородский шоу-бизнес? Кому и сколько заплатить, чтобы стать звездой? Как стать нижегородской звездой и прорваться в Москву? Как выиграть в известных эстрадных конкурсах? Не каждый, естественно, исполнитель способен найти себе такого спонсора, который будет вкладывать в тебя по нижегородским меркам, допустим, десятки, сотни тысяч рублей. Ну, вот Москва, вот эти люди, которые светятся по телевизору, ну, это действительно 10, 20, 30, 40 и так далее. Все это исчисляется в евро. А есть ребята, которые живут в Нижнем Новгороде, которые не раскручены настолько по телевизору, но предоставляют невероятно качественный продукт. В основном все перепевают известные композиции, сейчас это очень модно. Я даже больше скажу, я знаю, что очень многие музыканты пишут музыку, пытаются это как-то записывать, но это все не выходит дальше уровня их стола. Я очень много времени уделял вокалу, именно обучению. Хотелось достичь какого-то совершенно идеального уровня, но как оказалось, то, что это не совсем главная центральная вещь, на которой нужно зацикливаться и уделять внимание. Главные секреты нижегородского шоу-бизнеса.